привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал МТГ Сибирь. Ребята, Икория вышла, и мы начинаем с вами делать видосики для вас, для меня, для всех. И сегодня самый первый видос на обзор — это будет Димир Флэш. Новые, как бы, карточки подвезли для Флэша, и причем, так вот, как бы намекая на то, что неплохо было бы играть Димир, сегодня как раз мы эту такую деку и затестим. Итак, что у нас нового? Из Икори вошло в эту деку. Это, конечно же, 4 коварные узамантки ночи. За 2 маны, либо, ну, в димировских цветах, 2-2, миг. Разыгрываем наше заклинание с мигом, стоит на 1 ману меньше и не могут быть отменены. Все. И это, в принципе... Сейчас, секундочку... Выйду из Вайбера. А то он что-то у меня тут открылся как-то сам. И этого, в принципе, достаточно. Это на самом деле мега крутая карта, которая просто блочит контроль. Но контроль блочит эту деку с помощью Тефери. Вот так вот, скажем. То есть, если вы понимаете, есть Тефери на столе, и мы его не поконтрили каким-то образом, то мы слили. Практически всегда. Итак, дальше. Что у нас еще пришло? Конечно же, 4 стремительного спрута. За 3 маны 2-2 с мигом и с мутацией за 2 маны. Каждый раз, когда это существо наносит боевые повреждения игроку, возьмите карту. Да? Плюс 4 копии ползучего морока за 3 маны 3-2 с мигом. Каждый раз, когда мы разыгрываем другое заклинание, у которого есть миг, мы берем карту, а каждый оппонент теряет жизнь. Это такой офигенский добор. Плюс у нас 4 баттеры. Ну, точнее, это... Не топырь плакальщик, но тут у нас облик баттеры темного разрушителя. Неважно, за 4 маны не топырь, а 3-3. За 4 маны 3-3. Как ранкил получается. Миг полет. Мутация за 6. Каждый раз, когда это существо мутирует. То есть тут лучше играть, конечно, его, а потом на него мутацию. Каждый раз, когда это существо мутирует, уничтожьте целевое существо или плэнсволкера под контролем оппонента. И 4 копии прожорливого мегалодона. Акулы за 5 маны 5-4 с мигом. Когда он выходит на поле битвы, отмените целевое заклинание артефакта или существа. Не каждое, но артефакта или существа мы контрим. Плюс у нас есть, естественно, 4 наглых воришки. У нас, естественно, есть 4 колдовских спора, 4 сдерживания и 2 призрачных моряка, чтобы на поздней игре дроваться. А по монобазе у нас в деке 26 земель. Что-то многовато, если честно. Но суть в том, чтобы выкладывать землю каждый ход, потому что мы все-таки хотим каждый ход касить что-то, ну, что-то более угрожающее. Вот так вот. Так что, ребята, вот такая сегодня у нас дека на обзоре. Сейчас мы выберем какие-нибудь понтовые кармашки в тему. Вот эти, например. И давайте начнем тестить. Ребятки, как вы, наверное, могли заметить, я буду сегодня играть не со своего аккаунта, а с аккаунта подписчика. А я не смог себе, если честно, скрафтить все вот это вот великолепие. Но будем играть с аккаунта подписчика. Плюс дека выходит первая, потому что дека за донат. Вот так вот. Ну что, рука в принципе более чем резонная. Давайте мы ее покипаем. У нас тут и спрут есть, и все, что нужно. И контерспеллы, и баунс офигенский. В принципе, я думаю, что эту руку можно и нужно кипать. Кстати, хотел давно спросить, как вам глюки? Как вам баги, которые нам подвезли вместе с заполнением? Заметили, что пет с первого раза не обновляет цвет? Или что колода написана в две строчки, когда вы собираете колоду? Прикольно. Ну, ходи. Сейчас посмотрим. Если он что-нибудь тяжелое и критичное скастит, то мы, конечно же, отконтрим. Если нет, если захочет пойти в атаку, то мы побаунсим воришкой. Тем более, что у нас их таких 2. Он захотел пойти в атаку. Давайте в руку. Замедлим чуть-чуть темп. Хотя, может быть, конечно, стоило и на контре посидеть. В ручку. Пожалуйста. И чтоб ты знал, у меня дата вот такой вот есть, и он может его вдохнуть. Окей, мы отодвинули оппонента на ход. О, мегалодон. Мегалодон вообще офигенный. А, ну, ходи. Мы играем флешем, поэтому мы ничего сейчас, естественно, в свой ход играть не будем. Зачем?
В принципе, мы можем почампать его. Ладно. Пускай. Пас, атака. Триггер. Спрут. Что, интересно, что есть у него шок или нету? Что убить спрута. Попробуем встать в блок. Под стакенчика. Что-то там происходит. О! Интересная дека. Непонятно, из чего состоящая. Ну, ладно. У нас хоть идея есть, деки. Так, ну что, у нас мана на Мегалодона. Это неплохо. Ходи. Я думаю, может его побаунсить. Снова. Или мы можем сыграть воришку, кстати, почампать. Он решил пойти в блок. Давайте побаунсим все-таки. А потом попробуем что-нибудь поконтрить. Вдруг там что-нибудь большое будет и неприятное. Да, на два. Нет. Отлично. Отлично. Так, и ход. Она без полета? Вот была без полета, вообще цены бы не было. Ну так, этот 5 ман, 5-4, в принципе, это уже весомо. В принципе, мы можем ей нанести за один раз столько дамага, сколько уже нам оппонент нарисовал. Нет. Свечход, наверное, нам придется поставить водяную могилу растапанную. Да, на два. Чтобы сыграть и это, и это. Если мы не подробим синюю ману. Да, авангард, ладно. Ну да, все равно придется. Че, пойдем в атаку, потому что, ну, по земле пока никто не бегает, кроме таки на 1-1, а он не сильно критичный. Далее. И ход. Сейчас будем смотреть. Конечно, вот этот более неприятный чувак, чем вот этот. На данный момент. Он потенциально может нам нанести больше дамага. Пас, да? Ну, давайте, пас. Пас. Токен. Окей. Давайте, воришка. Давайте, блок. Окей, мы 8. Понятно, сейчас будет 10, конечно же. Мы сейчас, на самом деле, даже если это будет не синий спелл, мы сможем отконтрить. Если только не будет спелл за одну ману. Герой. Опасно. Нет, наверное. Ну и этот, наверное, войдет. На самом деле, прикольная такая. Такой джетка на токенах. Да. Атака на 5. Плохо, что мы сейчас землю подровали. Целесообразнее было бы, конечно, какую-то угрозу подровать, потому что угрозы пока-то особо у нас и не было. Кроме спрута, но мы его просрали. За счет ловкого трика оппонента. Неожиданно вообще трика оппонента. Ладно. Таджика отконтрим. Давайте такого поставим сразу, чтобы он подумал 10 раз, идти ему в атаку или нет. Это может быть он все-таки засыт, захочет поставить блоки, пока мы будем пороть Мегадоном и блокать его. И для нас бы это было более выгодно, на самом деле. Нет. Смелый малый. Окей. Возможно, что нам сейчас придется в блок играть. Против таких матчапов -2, -2 было бы вообще шикарно в сайде.
Вот этими двумя. Окей, это хорошо. Блок. Дамы в шести. Если мы сейчас пойдем в атаку, то оппонент нас убьет в следующий ход. У нас есть два варианта. Либо сблифовать, и чтобы он встал сюда в блок. Либо стоять бояться и пропустить на 4 минимум. Давайте попробуем сходить в атаку. Вдруг он засыт. А там получен на 5, да? Давайте в атаку. Вдруг он засыт сейчас и встанет в блок. Подумал, что у нас очень что-то офигенно. Сейчас бы на самом деле спрут. Вот сейчас бы он не помешал. Мы удерживали бы акулу, если он ее пропускает. И подорвали бы карту. Ну все, на самом деле, это все. Первая игра не получилась. Ну ладно, давайте следующий. Да, конечно, немножечко подкачали нас токены. Понапрягали. Точнее, токены меня. Посмотрим, что будет дальше. Так. Окей. Нормальная рука такая. Кон и контра, и морок. Морок вообще прикольный. Знаете, что я понял? Мне, знаете, что не хватает? Чуваков 3-1, которые с достаточным фликом рыцари. У них же тоже миг. Я думаю, они бы тут смотрелись неплохо. Ну чё? Друг. Смотрите, да, первый раз сова не поменяла цвет. Мне теперь... Я, кстати, еще заметил, что очень долго грузится загрузчик. И теперь мне интересно, как быстро визарды выдадут дополнение, чтобы эти баги исправить. Ага. Ходи. По-моему, фейки идеально тут подходят для этого арта. Для этой деки. Помню свое время. Валария. Нет, не Лари, в Лорвине, господи, в Лорвине. Ищейки черно-синие просто повелевали форматом. Да и сейчас они, кстати, в модерне ими даже пытаются немножечко поигрывать. А, давайте так. И ход. Интересно. Что он там играет оппонент? Так. Пас. А, не будем пока его играть. Не вижу в этом смысла. Вот этого можно было бы скастить. Давайте проход. И ход. У оппонента что-то есть. А, он типа думает. Не убить ли гибельным полем нам землю. Ну, пусть думает. Земелька. Если мы сейчас этого поставим и сможем его защитить, то никакая контра нам больше в жизни не будет страшна. И это просто офигенно. Надо подумать. Долго думал. Коварная узамантка. Вошла, все. Больше контроль, нам не контроль. И я даже сейчас не буду сказочный проход жертвовать, потому что вдруг он такой-то ремувал, про который я забыл. Я лучше, ну, чтобы, допустим, пожертвуем в стеке ремувал, да, и мы-то не сможем его защитить. Мой ход. Ну, давайте. Еще один проход сказочный. И давайте пожертвуем. Сразу найдем себе синюю и черную. Синяя. И черная. Знаете, заметил? Че? Что у меня комп тормозит из-за этого. Из-за браузера открытого. Вот так вот. А, ну и... Далее. Атака на 2. Все, начинаем убивать. Ходи. Если честно, я считаю, конечно, что тут 26 земель. Это прямо перебор. Banishing Light. Сюда. Но нет. Доплати 3. А, это можно контрить. Это можно контрить. Ну ладно, хрен с тобой. Может быть, тогда мы Вета Довина. О, ползучего морока. Я сейчас подробно, короче, кричу с флешем. То может ползучего морока там мы. А, это не крича с флешем. Давайте тогда сразу поставим. И ход.
Хреново. Ну да, да, это же не миг. Да, нарсетушка. Все перепробовал, говорит. Да. А нет земли. Окей. О, окей. Бейба. Бейба. Так. Мой ход. Есть такое. Надо подумать. Давайте, во-первых, убьем. Нарсет. Убьем Нарсет. Ну и давайте, блин. Сейчас-то нет смысла ничего убивать, да? Нет смысла мутировать. Это круто. Тем более, что если когда мы будем разыгрывать его, то мы подровим карточку и сможем подровать себе контерспелл. Попытаться подровать. Три мана у нас будет открытой. Это неплохо. Давайте за себя. Теперь у оппонента есть выбор. Либо играть, либо контрить, либо не контрить. Но мы сейчас подровим карту. У нас триггер работает. Оппонент затапанный. Триггер у нас работает. Еще один. Еще подровим карту. Хо-хо. Он, конечно, кричу только контрит, но тем не менее. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. У нас сейчас будет вся мана на это дело. О-о-о. Блин, обожаю. Обожаю. Далее. Атака. Обожаю. Ход. Блин, даже если эта дека не будет особо выигрывать, то просто ей играть приятно. Вот. Да, конечно, пожалуйста. Кто я такой, чтобы запрещать такую хрень? Он знает, что у нас морок есть на руке. Но не знает про этих двух чуваков. В принципе, что мы сейчас можем сделать? Мы можем поставить такого и такого. Попробовать поставить. Тефари. О, давайте такой. Подровываемся. Давайте морок. Три маны открытые. Ах, блин, две земли. Ну ладно. Да, Тефари, выбирай. Выбирай, что тебе не в угоду. Морока решил убрать. Окей. И земля. Ладно. Атака. Сейчас наши крич нельзя контрить, поэтому норм. Далее. Раз, два, три, раз, два, три, шесть, восемь маны, да, у нас? Давайте темпл поставим. Попробуем что-нибудь себе поискать. Хорошо, что поставили. Ну и ход. На самом деле мы еще и подроваться можем. Типа, понятно, классический бело-синий контроль. Ну, не то, чтобы прямо должен нас убивать. Элспет. Да. Где-то еще на ману дешевле стоит. Стекем морок. Неконтрибельный. Сколько много земель. И надо, конечно, количество земель уменьшать. Три маны, да, у оппонента открытые? Ну, может быть, четвертая. Давайте попробуем. Просто поставить мегалодона. Yes! Мороки просто творят чудеса, ребята. Давайте к следующей игре. Ну что, ребятки, давайте играем в следующую. О,
Блин, рука-то обалденная, да? А, давайте что, давайте кипнем. Да нету синий, пофигу, кипнем. Подробно в итоге. Ведь. Возможно, что мы, Игорь, сейчас встретились с Мирором. Есть у меня такое ощущение. Да. Ай-яй-яй, нужна синяя очень сильно. Даже если синий нету, то, в принципе, у нас неплохо пока. Давайте коварную фигню. Возможно, что это моно-синий флайнг или моно-блю темпо. Сейчас мы это узнаем. В любом случае, теперь наши карты нельзя контрить. Наши карты с флешем. То есть его, его и его. И если это так, то, блин, то вот это просто ультимейт, грубо говоря. А, ходи. Я не буду им ходить в атаку. Зачем? Чтобы контрили наши карты. Ладно. Пас. Я все-таки хочу сыграть его и убить. Попробовать. Пас, пас, пас. Убить такого вот. Порщика убить. Порыв ветра, что это? Давайте мышку сыграем. Мышанька. О, он не должен был сконтриться. Ну ладно. Типа цели нету. Yes! Oh, yes! Хай. Что это? Возьмите две карты. Давайте активировать. Давайте. Остров. Разрешить, не разрешить? Вопрос. Наверное, нет. Типа моно-синий фланг на second row, что это? Пас. Атака будет? Мой ход, да? Давайте. Ну и все, давайте следующий. Ну что я вам могу сказать? Когда оппонент играет контролем, и если он остается за чувиха за две маны, то нету шансов, практически. Практически нету шансов. Она просто какая-то сильно имбовая получилась. А, да. Однозначно. Это снова мотылек на третий ход. И не мотылек, а... Вот он мотылек, конечно. Вообще-то летучая мышь. Я буду называть его мотыльком. Да, ходи, ходи, ходи. Угу. Давайте сразу поставим моряка. Да. Давайте сразу вставим в атаку. Не думаю, что на второй ход он что-нибудь весомое поставит, поэтому мы сможем запросто поставить в конце хода узамантку. Но на третий ход он явно попытается, если это Рагдос, да, то сыграть что-то типа этого. Ну, дьявол безумия. Пас. Антиблок. И тут мы его сможем подловить на контерспелл. О, отлично. Отлично. Давайте атака. На 3. Поравняем хп. Ну и ход. Да. Дьявол безумия, смотрите сейчас, просто. Это четко, дьявол безумия. Пас. Нету атаки. Ладно, давайте тогда мотылька. Тангаси. Черного мотылька. Мотылек за 3 мана, 3-3 миг миг полета еще и который, блин, хрен остановишь. А,
Фиг с ней, с дроблей. Все равно что-то будем играть, я так чувствую. Атака всеми. Это просто две маны синие. Обалдеть. Обалденная карта. Да. Что-нибудь будешь еще? Кого-то убить? Кого-то убить надо. Кого-то надо убить. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Это божественно, волшебно. Да, жрица. Так. Только пермен под контролем оппонента. Окей. Атака, походу. Че, еще один огонь сердца? Запульнешь. Ну тогда ход. Еще одна. Ладно. Надо забрать первенца. Давайте тогда вот эту в руку вернем. Забирай. Конечно. Мой ход. Ах, это мутация. А, снизу. Бам. Далее атака. А, шикарно.